Всем привет! Привет! Вот, возвращаюсь домой. Была у мамы и решила пройтись по набережной, посмотреть, включили елку или нет. Ну, что-то там вдалеке мигает, значит, ее уже установили. Но пока я хочу подойти на площади около кинотеатра «Крым» к нашему вечному огню. Я уже хожу тут, месяца два хожу, и никак к нему не могу подойти, потому что там всегда толпа людей, детей бегает. А сегодня похолодало. Да, кстати, наконец-то, 21 декабря пришла все-таки Феодосию зима. Ну, говорят, вроде минус, плюс один, но по ощущению минус два. Посмотрим, ну, руки подмерзают. Идем, посмотрим, как Феодосия начинает готовиться к Новому году. Начнем с нашей елки. А пока идем к вечному огню. Вот он. Всегда у нас горит. И зимой, и летом, и днем, и ночью. Это в память павшим в боях за Феодосию в годы Гражданской и Великой Отечественной войны. Вот такой памятный знак у нас есть. Мемориальная стела. На 9 мая всегда здесь проходят парады, демонстрации в память победы в Великой Отечественную войну. И все приходят сюда, возлагают венки, цветы. Ну, венки и цветки, цветы всегда здесь есть круглый год. Потому что люди помнят его не только в один день, День Победы, но и каждый день. Когда мы живем в мире, благодаря павшим и защищавшим и выжившим ветеранам, мы живем под мирным небом. Так бы и хотелось жить. И дальше голубые ели окружают. Посмотрите, какая красота. А город, город потихоньку живет своей жизнью и готовится к Новому году. Так что осталось, там, как говорят, обратный отчет, осталось 11 дней, уже 10 дней осталось. Иду по площади около кинотеатра «Крым», он действующий, смотрите, он уже замигал, уже готов к Новому году. Он и сейчас как бы у нас действующий, там идут фильмы, премьеры, и 3D кино есть, так что сюда можно прийти и культурно отдохнуть, кому надоели видики дома. А вдалеке, вон, мигает наша елочка. К ней идем. Кассовый ларек для детских аттракционов. Тоже весь замигал, уже готов. Так что город преображается, а мы идем гуляем в вечерней Феодосии в сторону дома. Смотрите, даже фортепиано готово к Новому году. Преобразилась и украсилась. Вот такую елочку махонькую украсили перед музыкальной школой. Вдалеке вон клумбочка, тоже украшенная, готова к Новому году. Так что все готовимся потихонечку, потихонечку. Итак, дорогие друзья, приближаемся к нашей площади около ЖД вокзала. И там, да, она мигает, мигает наша елочка. Ура! Сейчас ее посмотрим. Посмотрите, вот она, красавица, ее уже установили. Как она мигает. На нее очень хорошо смотреть, когда темно. Сейчас, конечно, еще не очень темно, но уже сумерки. Так что посмотрим. Посмотрите, людей, конечно, маловато, потому что прохладненько. Но ничего,
Он с детками поприходили. Мы идем смотреть нашу елочку. Какая красавица. Тут все уже украшено, мигает. Наш баннер 2550 лет Феодосии. Ребенок просто лег перед елкой и лежит. Наверное, будет так лежать и ждать, пока Дед Мороз все-таки подарок ему принесет. Я что, иду сюда? Я еще увидела на балконе Дома культуры еще одну елочку. В том году она не мигала, просто стояла. А в этом году она даже мигает. Две елочки в одном месте. Посмотрите, прямо на балконе украсили красавицу. И она там мигает всякими огоньками. Вот, Всероссийский дом культуры. Вон от кафе. Сейчас посмотрим, кто там. Ну да. Олени. Новый год все ближе и ближе, а игра 13 зарплаты вовсе началась уже, друзья. В ближайшие минуты кто-то из вас выиграет от RetroFM до 50 тысяч рублей. Здорово! Но для начала нужно до нас дозвониться. А это я вам... Да? А тут, смотрите, олень, олень и между двух елочек, тоже елки, потому что все сверкает, ресторан, отель, Астория готовится к Новому году. Я возьму сегодня пятую линию, у меня вот здравствуйте. Иду дальше гуляю. Елку установили, красавица наша мигает. Кафе, правда, мало еще попреображались, еще не успели. Ну вот, в одном кафе вот такая замечательная, вообще красивейшая елочка мигает. Называют людей, даже бочки вон. Посмотрите, подготовились к Новому году. Зима чувствуется. Набережная вымерла. И никого нету. Посмотрите. Кафе с бочками тоже готово к Новому году. Вот еще одна кафешка. Дельмар, что ли, называется это кафе. Тоже подготовилась к Новому году. У них мигающие снежинки на окнах. Синие мигающие снежинки. А синие, потому что год синего тигра должен большую часть в Новом году присутствовать синий цвет. И в новогоднюю ночь тоже должен больше всего лидировать синий. Поэтому и синие снежинки мигают. Иду по галерее наверх. Аркадия тоже, смотрю, немножко преобразилась внутри. Елочку там установили. Дерево украсили рядышком. Ну, елка у них красавица. Там, не знаю, видно, нет. Посмотрите, большущая елочка. Молодцы, ребята. И Дед Мороз стоит с трубой. Зазывает в кафе. А ну-ка, зайди-ка, перекуси. Посмотрите, он затанцевал. Прикольно. Пошла выше по галерейной. Вот еще кафе по-домашнему.
Здесь тоже вот такую замечательную елочку установили. Гляньте, тоже праздник нам приближается. Елка красавица. Украсили, молодцы, ребята. Ну все, немного новогодней Феодосии я вам показала. На этом мы будем с вами заканчивать. Холодает, пора домой. Завтра мне еще много дел. Так что пока кусочек новогодней Феодосии, которая начала преображаться, наряжаться. Снежка не хватает, но уже морозец есть. Так что давайте, до новых встреч. Пока-пока.